Жанна Крапивницкая в медицине уже 55 лет. Из них 47 в Расторгуевском офисе врачебной практики. Собственно, с основания учреждения. Говорит, время, когда у местных жителей появилась потребность в мини-поликлинике, помнят очень хорошо. Здесь всегда был и есть свой пациент. Наши больные сюда с удовольствием идут. Я именно это слово говорю, наши больные. А это очень большой контингент. Все окольные деревни, которые здесь, все больные идут сюда. И им здесь интересно, больным, получить помощь, ту, которую надобно. К своим врачам идут, опять же, не сегодня к одному, завтра к другому, а он идет к тому доктору, который его в прошлый раз смотрел и в следующий раз будет смотреть. Здесь, на вокзальной 8, помимо врачей-терапевтов, работает дневной стационар, который пользуется большой популярностью. Сюда пациенты приезжают со всего Ленинского округа, отмечают высокую компетенцию специалистов и комфорт пребывания. Очень приятно, что можно было вот эту процедуру получить. Я доверяю врачам. И таких офисов врачебной практики в Видном еще два. Один из них на Строительной, 17. Здесь доктора принимают с 2012 года. В среднем мне в день около 40 человек на приеме бывает. Люди нас знают, ходят в свои участки. Во всех офисах врачебной практики можно сдать анализы и сделать электрокардиограмму. С недавних пор для удобства пациентов медицинские учреждения работают в две смены. С понедельника по пятницу с 8 часов утра и до 20 вечера. Очень удобно, то, что близко к дому, врачи хорошие здесь. Еще один офис расположился в микрорайоне Купеленко. Здесь, помимо всего прочего, работает врач-хирург и фельдшер. Последний проводит гинекологический осмотр. Также, что немаловажно, в три офиса врачебной практики на регулярной основе выезжают врачи узкопрофильных специальностей. Это врач-невролог, эндокринолог, оториноларинголог. Далее выезжают врачи, которые по потребности, то есть если есть надобность в выезде тех или иных специалистов, например, кардиолога или невролога, мы также дополнительно организуем выезды, оповещаем население. Развитие офисов врачебной практики необходимо и позволяет разгрузить центральную поликлинику. По незнанию многие жители Видного за медицинскими услугами приезжают на заводскую, в то время, когда врачи принимают и рядом с домом. Юлия Погосян, Сергей Ларин, Ольга Садовская, Видное ТВ.